В эфире новости на канале НТР. В Нижнекамске открыли мемориальные доски, и город преображается в преддверии праздника Великой Победы. Об этом не только смотрите прямо сейчас. В студии Кирилл Давкаев. Здравствуйте. Ковали победу собственными руками. На счету этих людей немало подвигов, за которые они награждены посмертно. Полные кавалеры Ордена Славы и Героя Советского Союза. В преддверии юбилейной даты в Нижнекамске открылись три мемориальные доски. Сильверс Давыдов, Василий Варфоломеев и Яков Николаев. Во время войны они совершили множество героических подвигов, а в послевоенное время жили на территории Нижнекамского района. Внимание и забота должны быть оказаны каждому ветерану Великой Отечественной войны, и не только к 9 мая, а круглый год. Именно так считают руководство и сотрудники компании «ТАИФ-НК». В канун Великой Победы они в очередной раз побывали в гостях у ветеранов, причем не с пустыми руками. В преддверии праздника участникам войны и труженикам подарили бытовую технику. Любое торжественное событие не обходится без большого количества украшений. В преддверии одного из главных праздников России преображается вся страна, не стал исключением и наш город. Скверы и парки, баннеры и автомобили – буквально все говорит о том, что Нижнекамск готов встретить великий праздник. Праздник Победы. О том, как выглядит наш город за день до празднования Дня Победы, смотрите сегодня в итоговом выпуске новостей. Сегодня на нашем канале выйдет предпраздничный выпуск новостей. В нем мы расскажем вам, как в городе прошел бессмертный полк и сколько горожан приняло участие в акции. Все ли готово к параду, участниками которого станут фронтовики? Своими эмоциями поделятся поисковики из Смоленской области. Также вы увидите необычный музыкальный трамвай и услышите воспоминания ветеранов. Это и многое другое вы увидите сегодня в итоговом выпуске новостей 18.30. Не пропустите! На этом у меня все. Оставайтесь с нами, вы будете в курсе всего, что происходит в городе. Напоминаем, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077, а также сообщения можно присылать через наш сайт ntrtv.ru. До встречи в эфире!